Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас на нашем канале Max Knife Shop. У нас сегодня в фокусе обзора будет складной нож, я его назвал нож-трансформер, скажем так, с тактическим уклоном Parrot 3.0. Вот. Parrot 3.0, Parrot Stormtrooper. В общем, несколько вариантов комплектации его покажу. Вообще, чем интересен этот нож, эта модель именно, ну, скажем так, здесь ноу-хау от бренда Dagger Knives касаемо его замка. Здесь, обратите внимание, у нас, собственно говоря, идет осевой на подшипниках, спрятан лайнер и, собственно, push button lock. Вот. Посредством кнопки я его могу открыть маховым движением. Вот, и посредством плавника. Очень, кстати говоря, минималистичный и удобный плавничок. Вот, он здесь размещен таким образом, что даже при незначительном движении указательным пальцем, вот, нож у меня флипует вообще просто на ура. Значит, в данном варианте комплектации, да, и еще сразу по замку пройдемся, он имеет предохранитель в этой версии. Вот, то есть, когда он у меня в положении, скажем так, в кыл, то клинок никуда у меня не денется. Вот, значит, в этой версии у нас Parrot VG10 Black Wash, на клинке сталь VG10, рукоятка выполнена из стеклотекстолита G10, стальной бэкспейсер, также он обработан в Black Wash, и обратите внимание, что здесь у нас на тыльной части есть стеклобой. Клипса двухсторонняя, переставляемая. Ну, визитная карточка компании Dagger Knife, это их брендовая клипса. Вот, клинок довольно-таки мощный, агрессивный, стремительный. По обуху здесь 4 мм толщина. Вот, очень удобно держать нож в руке. И, конечно же, вот, особенно, когда я глубоким хватом вот так вот хватаюсь, вот, палец прям сюда ложится, да, и широкий чойл позволяет мне какие-то более тонкие работы проводить за счет того, что я держу нож, ну, вот, указательным пальцем снизу и осуществляю давление сверху. То есть нож этим самым, конечно же, подкупает. Здесь у нас подпальцевая выемка. Вот, очень хорошо обработана рукоятка. Но фишка этого ножа даже не во всем этом. Да, кстати, сразу, не знаю, говорил, нет, темлечное отверстие покажу вам. Клипса двухсторонняя, переставляемая. Значит, в комплекте к дальному ножу у нас еще идет дополнительный вот такой шлицевой болт. Для чего? Данный нож можно вообще, в принципе, трансформировать из фикса, точнее, из фолдера в фикс. Значит, отсюда у нас выкручивается этот болтик, который у нас в штатное место, его вот здесь вот с бэкспейсером. И обратите внимание, видите, вот здесь вот этот разъем, и сюда он вкручивается. И таким образом у нас нож плавно превращается, по сути, в фикс. Упс, прошу прощения. С этими перчатками у меня там просто все руки в порезах сейчас, дабы сильно ими не светить и не отвлекать. Вот таким вот образом нож у нас, что при рабочем предохранителе, что при нерабочем, у нас уже никуда не сложится. И таким образом мы получаем уже фикс. И это вот такая так называемая фишка данного ножа. Ну, как по мне, если честно, вот мне лично больше всего привлекает, конечно же, его клинок, его форма, его возможность, держа его прямым, обратным хватом, работая им при разных хватах, испытывать один и тот же, в принципе, комфорт. Вот. Ну и, собственно говоря, вот этот вот болтик мы подкручиваем вот в этот разъем как раз таки. Вот. Нож довольно-таки увесистый, масса его 198 грамм, но на самом деле этому ножу это как раз вот такая вот масса. Вот, можно таскать на кармане. Сейчас еще отдельно есть ножны, если я не ошибаюсь, из Кайдекса. Ну, по крайней мере, как минимум, можно будет под заказ эту историю организовать. Вот. Хищный, симпатичный. Сведение здесь 0,5. Вот. Ну, ссылка в закрепленном комментарии будет на все варианты его с тактико-техническими характеристиками и с ценами.
Вот, также он у нас есть вот в таком варианте, например. Здесь у нас получается он Black Wash VG10 с красной рукояточкой. А есть еще вот такая его версия 3.0 Parrot. Обратите внимание. Здесь тоже у нас идет вот этот шлицевой болтик. Но есть один момент. Здесь у нас на клинке, во-первых, сталь D2. И обратите внимание, здесь отсутствует предохранитель. То есть у нас push button lock, но предохранителя здесь нет. Вот видите, как прячется лайнер. Осевой здесь на керамических подшипниках. Вообще, в принципе, все модели, за исключением бюджетной линейки Discovery данного бренда, они все идут на керамических подшипниках. Ну, за счет того, что, повторюсь, очень мощный клинок, флип у ножа вообще безумный просто. Вот, и еще что очень важно, обратите внимание, что вот здесь он как раз-таки затормаживается. То есть он не амортизирует. Вот, то есть если я даже сильно его маховым движением привожу в сложное положение, вот, клинок не колбасит. Это тоже немаловажно. В совокупности при очень хорошей механике. То есть клинок не отпрыгивает назад. Если я умеренно им работаю, да, то мне даже нужно указательным пальцем нож доводить. Вот, в сложное положение. Так, и есть еще вариант Stormtrooper. Это у нас вот такой вот он, черно-белый. Ну, Dagger Knife вообще несколько моделей представлены, скажем так, в такой серии. То есть есть вот такое вот сочетание. Обратите внимание. Белый G10. Здесь у нас сталь D2. Обработка Black Wash. Классный девайс. По сути, нож может отработать как полевой кухонник. Его можно брать с собой в походы. Стильная штуковина на карман, особенно для любителей немаленьких ножей. И я повторюсь, то, что комфортная работа при большом количестве возможных хватов, вот это мне лично нравится больше всего. Вот я вот про это, про это, про это. Да как угодно. Вот. Нож в руке лежит очень хорошо. Причем, я так скажу, комфортно будет работать человеку с маленькой рукой, со средней рукой, с большой рукой. Это вообще не важно. Вот такой вот, дорогие друзья, сегодня у нас обзорчик получился. Я напоминаю, что в нашем магазине данные девайсы все представлены. У нас там сейчас неплохой бонус проходит на все заказы, особенно для владельцев авто. В нашей группе в ВК вся информация есть. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, что вы думаете вообще по поводу вот этого ноу-хау, касаемо того, что сюда можно, ну, нож можно трансформировать в фикс, во-первых. Пользователи данной модели, интересно послушать ваш опыт, вот, ну и в целом, как вам данная модель. Как обычно, дорогие друзья, всем добрых ножей, хорошего реза, до скорых встреч, всем пока-пока.